магистральные дороги более-менее удобоваримый вид мы провели. Тротуары отстаем. В плане не очистки до твердого основания, а то, что остаются валы между дорогами и тротуарами. И на них мы еще слабое внимание обращаем. Казалось бы, очень длительный период у нас уже без снегопада. Но тем не менее, не говорю даже до лоска не довели, но и для нормального визуального восприятия. Мы каждый день с завидной регулярностью имеем вопросы от жителей по очистке лестниц. Вот это мне вообще непонятно. 2 недели у нас уже без снега, но тем не менее мы лестницы не можем нормально очистить. А здесь как раз в большинстве зона ответственности администрации района. Ваши люди должны понимать, что нужно делать в первую очередь. А когда лестница превращается в горку снежную, но это никак не красит власть. Поэтому будьте добры, обратите на это самое пристальное внимание. Также остается достаточно большое количество по внутриквартальным проездам. Я понимаю, есть здесь сложности в очистке, есть сложности с уборкой машин, так как внутриквартальные проезды запаркованы все. Но тем не менее, эту работу также нужно организовывать, в том числе и с управляющими компаниями.